Кто тут все примостились, а? Кто все примостились? Доброе утро! Вот их даже созывать не надо, а? Покрывало уже свой порядок навели, естественно. Да, все перешерудили. Спрашивали, сколько раз вы меняете покрывало? Иногда каждый день, иногда через день, а иногда два раза в день. Вот эта госпожа Феюшка очень любит таскать всякие травки, муравки и мусор с улицы, натащит себе стройматериалов и очень часто тащит все на кровать, да, Феюшка? Ну, очень запасливая девочка такая, запасы себе делает просто на ура, да, Фионочка, микродевчоночка? Вигусь, а ты решила сверху на всех посмотреть? Давай пожелай всем доброго-доброго утречка, хорошего настроения, чтобы и день у всех начался хорошо. Вон она хвостиком вам машет всем, да? Вигусенок скажет, да. С словами сказать не могу, а хвостиком вам всем помашу. Да. А фейка вам желает задора и бодрости. А Милуська прятаться, прятаться, прятаться и еще раз прятаться. Холмик наш живой, маленький холмик, да? Красота и милота. Лялюшка, а ты что пожелаешь? А Лялюшка у нас, как обычно, желает спокойного, доброго утречка. Спокойного и целовального. А ты, озорник, игрального и веселильного доброго утречка, да? Чтобы у всех было веселье прям с самого утра. А какой-то ты сегодня прям спокойный, такой маленький очароваш, да? Иногда бывает, да. Иногда и я угоманиваюсь, веду себя очень даже спокойненько. А это все целоваться надо, обниматься. Да, хоть весь день готова целоваться, обниматься и гладиться. Скажи, ну с перерывом на покушать обязательно. Ну а мы всем желаем самого доброго начала дня, хорошего настроения, да? И чтобы день сложился замечательно и удачно.